Результат масштабных обысков в Укрспирте – изъятие продукции на 180 миллионов гривен, а это почти миллион литров алкоголя. Спецоперация, в которой задействовали порядка 500 правоохранителей, началась вчера на 41 спиртзаводе в 14 областях. Проверку проводила налоговая полиция под руководством ГПУ. Предприятие подозревали в изготовлении левого спирта. Напомню, в мае этого года в Киеве расстреляли бывшего директора Укрспирта Вадима Панкова. Одна из основных версий убийства – профессиональная деятельность Панкова. Пока по этому делу никто не задержан и обвинения никому не предъявлены.